Всех жителей края, в том числе автомобилистов, ждет испытание и сильными морозами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в регионе ожидается понижение температуры до минус 36 градусов. Причина морозов – мощный антициклон из Арктики. Он будет царить от Урала до Дальнего Востока. Днем температура в Алтайском крае упадет до минус 22. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 36 градусов ниже нуля. Сейчас все службы спасения приведены в повышенную готовность. Подразделения МЧС, пожарные спасатели, все реагирующие подразделения готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам. При необходимости будут открыты мобильные и стационарные пункты обогрева для водителей и их пассажиров. Ближе к воскресенью синоптики обещают небольшое потепление – до минус 16 днем и 36 ниже 0 ночью. Однако в начале следующей недели морозы снова начнут крепчать. Температура воздуха в крае опустится ниже 30 градусов.